Всем привет! Я бы хотела рассказать свою историю о том, как я была в Турции. Не просто в Турции, я работала в Турции. И я слышала очень много отзывов, что реально там очень круто работать, что вы получите деньги, будете отдыхать, и у вас будет все круто, будете развлекаться на территории отеля. Это была работа на территории отеля. Так вот, друзья, это все неправда. Возможно, есть какие-то отели, там, где хватает рабочего персонала, и у вас там будет все круто, все прописано будет в контракте, что вы будете и отдыхать, у вас будет и отдых совместный, и... В общем, но на самом деле, когда я побывала в Анталии, этого всего не было. И большинство туда приезжает студентов работать, которые не имеют опыта работы, и на них на самом деле давят, кричат очень сильно, чтобы они работали. Работа там на износ, не просто по 12 часов в день, а она доходит до 15 часов в день. Идет огромнейшая переработка, потому что не хватает обслуживающего персонала. На территории отеля абсолютно нельзя ничего делать. То есть турки за этим всем следят, в главе стоят турки, и они к нам относятся, на самом деле, к украинцам очень плохо, к рабочему персоналу. Сами турки, они туда не идут работать в отель, потому что это минимальная заработная плата, это очень маленькая для них заработная плата, и вы будете работать очень-очень-очень много. Турки на самом деле пользуются всем, и телефонами, и в общем, что хотят, там то и делают. Нашим запрещают, забирают телефоны, запрещают все именно делать, нужно перерабатывать. Отвратительное отношение на самом деле. Они недолюбливают. Только если вы платите деньги, как гость, тогда перед вами будет стелиться. А так на самом деле они за нас, за людей не считают. Вот честно я хочу сказать. Я не говорю про всех, но про большинство. Трафик в Турции ужаснейший. Просто они пешеход за людей не считают, они могут сбить человека, просто на знаки они никакие не реагируют на пешеходные. То есть, если это пешеходный переход, то они будут переть, и вам, им вообще по боку, кто там идет. То есть, это отвратительно, можно попасть просто в аварию. Так что, друзья мои, прежде чем ехать в Турцию на работу, убедитесь, что действительно будут хорошие условия, что не то, что вам обещают какие-то там посредники, в частности, Бибистав. Вот, это вообще разводняк, они просто привозят туда этих сотрудников, бросают их там в этом отеле и, в общем, дальше разбирайтесь как хотите сами. Они ничего абсолютно не улаживают. Их задача только вот, чтобы вы согласились, подписали контракт и поехали туда работать. Вот это им выгодно. А все остальное им вообще ничего не выгодно, следить за вами, что и как там будет. Это, то есть это не Европа, там, где действительно, если там написано в контракте, вот так вот должно быть, это должно быть так. А на самом деле контракты дают, я не знаю, как посольство вообще пропускает эти контракты, потому что написано одно в контракте, а вы приезжаете по факту другое, вообще другое, понимаете, другой город, другие условия. Абсолютно все другое. И вообще, как вузы такое допускают, что они студентов запугивают. Ну, понятное дело, вузы получают деньги за то, что они студентов отправили вместо учебы на работу в Турцию. Ну, в общем, это какой-то беспредел творится в стране. Поэтому я оставлю все ссылочки на отели, в которых я была, чтобы вы не попались на такую же аферу, как и я. И компании, вот эта Бибистав, которая вот занимается, отправляя на работу наших людей. В общем, мой вам совет, хотите быть живы, вообще не связывайтесь с этим всем. Мне кажется, что лучше туда не стоит ехать.